Послушай, ты уже стала почти что моей ровесницей. Да, я уже студент. Знаешь, это очень странное чувство. Я не хочу снова становиться ребенком. Нет, тебе еще нужно сдать ЕГЭ, чтобы студентом стать. А сейчас, мне кажется, остался только один последний шанс вернуть тебе детство. И чтобы все стало на свои места. С тобой получилось. Я надеюсь, что и у вас все получится. И надеюсь, что вам понравилось наше выступление. Исторический факультет. С днем рождения, любимый университет. Спасибо.